сегодня райдер команды Урам Леонид Березкин будет кидать 2 флипа, а также из могилы фрифат будет говорить «мама разрешила» и делать тоже 2 флипа. Я не буду делать. А это будет World of First или нет? Не, Россия. Не будет. Для его возраста, да. Нет. Да. В нет, делали. В Америке делали. Такой же шпендик 9-летний? Нет, меньше делали. А, еще мере. Куда, на дерево? Короче, нарезать? Это будет рашка у него. На дерево он делал или нарезал? Я не знаю. Просто мы знаем, что это никто не делает особо. А нет, вот Леонид все... делать будет. Ну, это будет рашка для его возраста. Делает и все. Да и не только. Короче, сегодня снимаем влог о том, как Леонид будет кидать 2 флипа. Ну и будем сразу, получается, снимать видос для этих, кто там, книги рекордов Гиннесса. Туда можно очередной раз попасть, благодаря данному трюку. А? Так что все, ждите. Не, на резину разнос, кидали, мясо, не забывайте. Сразу вставьте пальцы вверх, мне кажется, будет что-то интересное. Много будет нытья от Леонида, но надеюсь, он сегодня доберет. Нытья не будет. Нытья не будет? Будет. Все. Резя, да? Походу у нас еще один претендент на 2 флипа. Я даже не почувствовал ничего. Ты не надо чувствовать, главное уверх. Блин, крутит довольно-таки неплохо, но мне кажется, так он уземлится на задницу, мне кажется. Мне кажется, он слишком перекрутил сейчас даже. Он недалеко улетел? Нет, нормально. Уже все приземлился. Ну, а ты считай, вон фандок, видишь, он чуть-чуть туда. То есть он где-то примерно серединку будет. А я наоборот почему-то думал, ну, видишь, не, не насмотрен. Не шарит. Он увезет? Да, по крайней мере, надеюсь. Я думаю, что он... Либо колесом в голове. Лёнь, ты увезешь? Да. Все, делаешь? Красавец, да. Давай, Лёнь. Я собраться не могу. Лёнь, надо просто делать. Ты его на руки возьмешь, а? Ты его возьми его в поролонку прямо отсюда, зачем? Выкидывай. Не хватит сил. Нормально сделал. Что я могу сказать насчет этого трюка, этого? Господи. Я не знаю, кто тут в России делает таким молотом. Красава вообще. Спасибо.
держи два ракурса. Вау! Как будто я за тобой стоял. Давай,